Так, короче, забрали мы носки. Правда, чуть ценник изменился, был 30, стал 60. Но это все равно нормально. Нормальная цена. Вот. 1000 носков взяли. Сейчас я открою мешочек, достану. Вот. Открытый мешочек. Смотрите. Вот здесь 5 пар носков. Вот. Все, нашим парням уже будет тепло. И как раз это будет иметь в чем бегать. Вот. Все, ребята, спасибо. Спасибо каналу Ирины Каин, которая передала денежку на вот это все. Все это я купил. 60 тысяч. Вот. Спасибо. Подписывайтесь. Удачи всем. Так, друзья, как бы перчатки и сетка — это не все. Вот. От Ирины Кайнд она переводила еще 22 тысячи. Мы купили еще огнетушители. Вот. 5-литровые и 8-литровые. Вот. Что мне говорили, что пустые коробки, потому что мы их сейчас запечатываем. Вот. Все, здесь огнетушители. Вот это 8-литровые, мы уже их заклеили. Вот. Короче, огнетушители тоже уже в комплекте. Сейчас будем грузиться. Народ, привет. Короче, предыстория. А, помните дагестанцы, которые у Иры просили, Ирины Каль, просили, чтобы мы им доставили спальники, бензопилу. Вот. Мы это привезли. В прошлый раз мы привезли, оставили в Донецке 11-му полку. Ребята туда не приехали. Вот. И поэтому мы оставили те спальники 11-му полку. Видео сейчас будет, я оставлю. Вот. Сейчас мы приехали в Мариуполь, поближе к этим пацанам. Вот. Чтобы они смогли сюда приехать, забрать это. Вот. Мы оставляем это ребятам. Вот. Еще мы, ребята, по ссылочке. Почта второе отделение, да. Почта да, Почта России, второе отделение города Североморск. Североморск, да. Спасибо огромное. Вот мы передали эти посылочки, которые вы нам отправили. Все, здесь все у ребят. Все, огромное спасибо. Помнят, помогают. Телефоны не забываем. Да. Ну, что, победа будет за нами. Будет, да. Все. Спасибо всем. Привет всем. Получили вот такие спальники. Отличные, теплые. Тут не все уже поехали на позицию, уже проверили. Классные. Спасибо за поддержку каналам Алина Кань и Мурзик Зов. Спасибо, что не забыл. Друзья, привет. Короче, сегодня ребята дагестанцы, им, у них не получилось подъехать. Я связался с пацанами с 11-го полка, наши любимчики. Вот, попросил, короче, им все передал. Ребята, когда приедут, заберут, уже потом видеоотчет нам скинут. Вот, гляньте, все передали здесь. Спальники и от девочек с Хакасии тоже разные ништячки. Вот. Знаете, там что-то девочкам, это самое. Всем привет, огромное спасибо. Помощь колоссальная на самом деле. Всем спасибо большое. Работаем, братья. Батюшка. Сань. Так, важный сосуд. Жажа, ты свет можешь включить? Фермуха. Паш. Давай, встанем это. Свет можешь включить. Давай, на телефончике. Здесь, на телефоне. А здесь. Хотя. О. О. Я не попал. Подстанет. Ну скажи пару слов там чуть-чуть.
Ну, сейчас разгрузим, скажу. Не-не-не, это машина. Машина. Вот это, кстати, посылочка от Ирины Владимировны Брайко. А что это? Здесь это вязаные носочки. Вот, если не ошибаюсь, она, по-моему, сама связала. И здесь еще лейкопластырь разный. Еще носочки. Медицина, да? Ну, да. Спасибо вот огромное. Так. Спасибо огромное. Здесь, кстати, с помощью канала Ирина Каин тоже она подкинула денежек. Мы купили разные ништячки. Да, вот этот в Хакасии от девчонок передали. Так, это огнетушители. Так, огнетушители большие на это самое, на полигон. Да, большие на полигон. Ну, а там какие-то восьмерки. Пах. Вот восьмерка. Восьмерки оставляю. А в коробках там какие? Игорь, ты взял себе коробка? В технику этот? Коробка. Коробка в пятерке. У меня есть, Серега. Мы вот, у Кроповский набрали. Да. У меня есть и во всех машинах. Держи. Вот здесь носочки. Еще носки. Зима не за горами. Еще это термобелье от Хакасии девочки передали. А голова садовая у них. Ну это не канал, а у них там своя группа. Организация. Да. Они кто собирает, кто шьет, вот они вот это передали. Так. Вот. Вот эта бабушка 85 лет, по-моему. Связала вот носочки пацанам. Вот. Как зовут ее? Блин, честно, не помню, я уже посылки поразрывал. Спасибо вам, будет. Так. Пацаны. А, это даже ты оставил, Паш, дождевики чуть-чуть? Сколько? 30. Перчатки или нет? Перчатки оставь на полигон, перчатки. Ага, тут еще там есть еще? Да. Все. Так. Так, здесь еще есть. Так, вот эти берите.
три надо оставить, да? Да, там в коробках все есть. Все, это уже на полигон. Ты на полигон, да? Все, спасибо огромное Первому каналу Ирина Кайн, ее подписчикам, которые помогли. А с Хакасии голова садовая, спасибо огромное. Вот. И всем неравнодушным людям, которые нам все помогают, пересылают посылочки и помогают нашей армии. Спасибо огромное. Все, грубо.